Стоишь? Здорово. Вот, тут вообще симпатично. А. Вон там, ой, какая. Там щели еще... Бля, сфоткай. Давай. Покажем ей этот видос. Покажи. Она ни разу вообще не ходила. Нет. Блин, да, тут смотри, обваливается. Огромными кусками. Еще сыр очень грязный. Там некоторые подпорки даже не достают до потолка. Бля, вот это грязище. Из комнатушечка типа, да? Широкий сюда. Я вижу. Да-да-да. Я тут фоткаю слегка. Нижнюю часть тебя. У меня ноги застревают в этой грязи. А я стараюсь. Не видно. Вах. Вах. Кто-то бродил там по колено вообще. Слушай, ну здесь вообще высота огромная. Куда уходит? Куда? Телепорты. Нет, туда не идет, здесь зал. Зал с огромными глубокими трещинами. В потолке. А это просто петля. А тут так и делать. Если давали себе строительные, они были. Они петли перевязали, Ну это да. Не, ну если мы идем, то все линии-то идут, одна дорога-то. Блять, какие тут разломы. Я думаю, что если вот она идет, как направляющая, видишь, тут 4 нитки. Даже 5 периодически узких. Все обваливалось. Сама колонна обвалилась. Несущая. Так. Одна нитка туда уходит. Там что-то завал какой-то. А все сюда. Ух ты, как ты там? Сюда. Там есть как? Есть. Можно. Вот туда вещи. Говорите, я просто рюкзак на спине. Вот. Не очень удобно. Я жду. Здесь подсвечено. Вот сюда ноги ставь, на еще раз. Я вниз спущусь сразу. Так. Что-то... Ничего я не помню. Ну, какой-то звук такой. Да, это вот, смотря, валилось целое. Как они тут собирались экскурсии-то водить в такой опасной пещере.
такие тут приходится спрыгивать, опрыгивать. Так, вон, смотри, там стрелка есть белая. Где? Вон там, в глубине. И туда веревка идет. Вон, где видишь, пошли. Стрелка. Ух ты! Вот это... Вот это, Илюх, вот это ты должен заценить. А иди сюда. Вот это красиво, смотри. Да? Не отколупаешь. О, видишь? Не трогай. Это ни в коем случае. Смотри, какая хрень, да? Смотри, как течет. Ничего не отколупать нельзя. Сверху не отколупаем никогда. Потому что это может свалиться. Вот это, конечно. Снизу что хочешь, отколупай. Это круто. Вот смотри, тут крестик. Это очень опасно. Смотри, как на систему. Вот смотри, тут крестик есть? Нет, крестик я не вижу. Я видел стрелку вон там вдалеке. Все там завалено. Я понял. И туда идет веревка. Куда она дальше? Нет, вот тут идет метка и стрелка. Да. Вон они куда-то все уходят. Идем, 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 идем. Так, здесь как? Так, давай я вперед. Через верх. Через. Вот так можно обойти. Вот здесь можно обойти. Ух ты! Что это было? Была веревка какая-то. А, это была, наверное, лента вот эта. А, здесь, наверное, тупик, и они вот туда все уходили. Стрелка это ключ. Вон крестик. Ну я понял, нам нужно по крестам идти. Припас дать. Это мы к выходу. Обратно уже? Конечно. А сколько времени-то? Ну не знаю, какие. Ну перепост самый главный будет. Вы дошли. Это самое главное. Вот еще крест. Вон стрелки. Крест. Тут вроде. Телепорты совсем не далеко. Мы где-то тут кругами ходим сейчас. Ты пошел куда-то вообще без познавательных знаков. А, вот мы сюда и вышли, обратно. Вот этот проход. Ну хорошо, давай. Вот эта комната, в которую мы не зашли. Мы, короче, шли-шли-шли и вернулись обратно. Вот я отсюда фоткал тебя. А, нет, слушай. Я не пойму, я уже сам заблудился. А что, веревки туда? Вот крест. Крест это обратно. Вот веревка. Вообще принято. Так мы сейчас идем по той же или по новой? Не, вот тут мы явно не приходили. По этой грязи.
Вон стрелка. Ядро какое-то. А? Ядро. Ну да, кстати. Но это... Это камень. Такой формы. Вот. И вон. О, изумруд. Ну да, охуеть. Весь зал. Если кто-то тут спал. Это такое. Это пиздец. А это давным-давно было еще. 20 лет, 10 лет назад, 10-20 лет, видишь? А что, кресты, думаешь, 10 лет назад? Да, не знаю. После тысячи. Очень. О, стрелка опять. Вот мы опять сюда вышли. Куда-то. Крот. Да, тут мы еще нигде не лазили и ходим мы реально кругами, да, как-то? Да. Так, что ты пикнул? Все нормально. Ну, эта система такая достаточно сложная для лазания. Ну, слишком много завалов. В этом плане. В сравнении с теми двумя, они там ходишь, гуляешь. Здесь, конечно, приходится хорошо по прыжку скакать. Вон здесь кто-то спал на клеенках, похоже. Вот здесь была спальня. Майкл Рыжий, где ты? Здесь они никак не называются. Вон, смотри, целая картина. 2002 год написано. 2001. Кто-то обкурил страчки сильно. Магистр. Магистр. Сейчас сфоткать? Ну давай. Ого. Фоткай меня. Нужно? Не, надо сделать вспышку, выключи подсвет. О. Еще, еще разочек, секунду. Еще. Раз, два, три. Артефакт, все-таки. Смотри, веревка забита, да? А это что, проволока? Угу. Или веревка вот здесь? Веревка натянута между камнями. Да, тут огромные залы, огромная высота потолков, большая влажность, да, местами очень грязно, очень много обвалов. Здесь намного более